метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 26 марта, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 8 градусов мороза. Днем будет минус 1. Пасмурно, днем небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 773 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 26 марта – Никифоров день. В этот день просыпался хозяин леса медведь. На Никифора ждали гусей. Их прилет предвещал урожайный год. А если гуси начинали полоскаться в воде, значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка, первым из весенних птиц. А вот если его опережал зяблик, это обещало холодную погоду. А я желаю вам солнечного весеннего настроения. До свидания!